Новое видео выходит каждый день в 20:00. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Иси, и вот мы наконец-таки зашли на сервер с голосовым чатом, дабы его полноценно протестировать. И давайте же посмотрим, к чему вообще приводит голосовой чат в такой компьютерной игре, как GTA Samp. Да ты знаешь, что я с твоей мамой делал, я проводил с ней половой акт рот в рот, а твой отец вообще в Сирии погиб, понял, а? Ребят, как вы можете видеть, с голосовым чатом в GTA San Andreas все плохо. Нет, отца в Сирии насажу. Нет, да за что? Как видите, вот, с голосовым чатом, вот что бывает, если голосовой чат в Сампе был. Нет. У тебя мать умерла, дебил. Да нет, не говори такое. Вот, ребят, как вы можете видеть, на сервис с голосовым чатом уже купил себе машину новую, Айнфайнус. Блин! Да я блин. Тут твою мать, твой батя просто пидорас, дебил. Вот я вам как говорил, вот так все и будет с голосовым чатом в Сампе. Нет! Так, ребят, с вами снова я, Иси, и вы знаете, я перезашел на сервер, и теперь я думаю, что точно никаких дурачков, ну уж так явно... Так ты лох, ты девочка, просто выйдет, у тебя понял, не место, дурачок. Да нет, сервер не... ЖБ на форум, я на диктофон записал. Все, бан! Отстань! Нет! Всем привет, с вами снова я, Иси, и мы впервые находимся на копте с голосовым чатом. И вот наш первый противник. Сука, членикс, блять, офы! Нубло, ебаное! Вот сука! Ноль, реально, лох попущенная, просто девчонка, реально. За шо? Просто лох.